Ни в одном случае укусы не привели к развитию инфекции. Эпидемиологическая ситуация в Анапе под контролем. Из всех отправленных клещей на экспертизу только два оказались разносчиками болезни. Часть была отправлена в Новороссийскую противочумную станцию для исследования. Результаты есть. Два клеща были как раз инфицированы болезнью Лайма, но никто не пострадал. Осложнений удалось избежать благодаря своевременному лечению. Поэтому медики напоминают, в случае укуса клеща необходимо сразу же обратиться к врачу. Травматологический пункт городской больницы работает круглосуточно. Но если перед этим вы решите изъять кровососущего самостоятельно, специалисты подскажут, как это сделать правильно. Клещ входит в кожу по часовой стрелке. Он не кусывается, он заходит по часовой стрелке, вворачивается. И чтобы его самостоятельно вытащить, нужно просто взять ниточку, сделать удавку, узелочек, положить на шейку, подтянуть, но чтобы не передавливать. И свернуть вот так вот в обратную сторону, взять ниточки и в обратную сторону выкрутить. И он выкручивается вместе с головкой, и там ничего не остается. И обработать потом зеленкой. И все. Ну, потом, естественно, надо обратиться за медпомощью. То есть, чтобы все равно прививку надо делать.